Приветствую всех на моем канале. Вот вчера купила такие баночки, мини-флорариумы. Девочки в ВК просили показать в группе растений и подробнее. Вот показываю. Вот включается на кнопочку такая лампочка. Вот крышка устроена с дырочками, но когда закрываешь крышку, все равно испарина собирается. Вот так выглядит она в включенном виде. Сейчас я ее выключу. Вот, да, слава богу, это не лампа накаливания, как мне говорили, что может быть. Потому что свет действительно такой какой-то, ну, вечерний, приятный. Не для фитер-ламп, не свойственный. Но, тем не менее, я включала на ночь оба. Один в ванной включала. У меня там животные живут. Другой в спальне. Получается, что утром я потрогала обе банки. Они были прохладные. Не нагрелась ни лампа, ни сама банка. Никто не поджарился, все, как видите, растущие живые. Их здесь немного, только два вида, три. Еще торф просто. Мох, пардон. Вот. Да. Торф здесь тоже есть. Вот. Тут видны хорошо камешки. В этой видны камешки с песком, потом торф, потом мох, потом какие-то булыжники. Видимо, кто-то предполагал, что они обрастут мхом, но мух отдельно. Да, мне не нравится, когда такие огромные камни в таких небольших банках. Банки где-то по литра три, не больше, да. Вот такой биркой. Вот. Вот так она с этой стороны выглядит. И найдем сейчас... надпись. Вот, с такой надписью. Жахтан. Да, сад. Мини-сад. Вот. Ну, вот это вот как бы все подробности. Вот еще раз ее надо. Так она закручивается. Откручивается не очень легко. И вот так она выглядит, светящаяся, да. Но очень даже, как ночник, очень мило. Как флорариум. Будем посмотреть в будущем. Да, я вообще ее брала для мини-орхидей. Если бы добрала там три красивых мини-орхидейки. Вот, и думаю, перед заказом можешь купить посудину, куда их поместить. Вот. Посудины купила. Ну, я думаю, что мужскому населению легче сделать самим, наверное, такие банки. И это здорово. Но для женщин все-таки проще купить готовое. Ну, для меня, в любом случае. Вот. Что я и сделала. Вот и все, в общем-то, все показала, рассказала. И вроде бы все тоже. Если что, спрашивать. Что еще надо рассказать и показать. Всем спасибо за внимание. И пока-пока.